Здравствуйте, дорогие друзья! С добрым утром! Этот репортаж я бы назвала «Пробуждение Америки». Мы сейчас находимся на заправке, заправляемся горючим. Заправка называется «Рейстрак», и вот такие цены. 1,99 – это бензин, 2,45 – это дизель. Вы посмотрите, раннее утро, машины все двигаются в разных направлениях. Но самое главное, я хочу свое внимание сконцентрировать на вот этом строительстве. Оно находится на углу. Мы с вами здесь проезжали неоднократно, но никогда не смотрели с этой точки зрения. Вы видите два грузовика, они завезли грунт. До этого мы показывали, что здесь удалили все деревья и разровняли землю. В этом месте проходит небольшой канал, и поэтому нужно землю еще и завести. И вот этот процесс мы с вами наблюдаем. Вот они сбрасывают землю таким образом. Вы слышите такие мощные звуки, хлопки. Здесь работает кран. И вот видите коробку здания. Вот это меня поразило больше всего. Позавчера этого еще не было. И дальше, очевидно, здание, которое будет автомойкой. Теперь ракурс поменялся. Вот так выглядит сама по себе торговая площадка рейстрака. И здесь очень много колонок, бензоколонок. И вот напротив нас церковь. И дальше какой-то автосервис. Ну и у меня возникает вопрос. Зачем нужно строить еще одну заправку на углу, где уже имеется заправка Shell, как вы видите наискосок от нас. На этом углу рейстрак. И вот что происходит прямо перед нами. Очевидно, что строится еще одна заправка. И вы видите, как это происходит. Навезли горы грунта, вы видите черная земля, вы видите какая-то оранжевая земля. Работает техника, кран, и уже стоит коробка здания, и уже покрыта кровлей здание, где будет автомойка. И вот сейчас послушайте, на самом таком буйном перекрестке эти звуки. Вы видите, какие автомобили здесь сходят. В основном это такие большие грузы и служебные автомобили, вот Лей Каунти представляет. Здесь пахнет бензином и очень характерно звучит этот перекресток. Сейчас я отойду в сторону, чтобы показать вам, насколько мощная эта заправка рейстрак, сколько здесь колонок. Вот видите, бесконечное количество колонок. Они тут в два ряда установлены. Если вам позволит это рассмотреть солнышко. Это наш знаменитый рейстрак, где обычно очень хорошее горючее. Я возвращаюсь, сейчас вам покажу бензоколонку. Но здесь уже все понятно. Зеленый это дизель, черный это бензин. Здесь мусорные контейнеры для того, чтобы водители все могли очистить свои карманы. Здесь пожарный кран. И у некоторых стоит такое ведро и щеточка для мытья окон. И такая природа красивая нас окружает. На самом деле мы находимся почти что в деревне. Но удивительно, что в это время
цены на горючее одинаковые, что в городе, что в деревне. Видимо, усилия государства цены выровняли таким образом, что везде-везде цена на горючее одинаковая. Мы вам желаем доброго утра, радостного настроения. Всего доброго, наши дорогие друзья. Большой привет из Соединенных Штатов Америки. И самые лучшие пожелания. С вами была Ива Ридл.